Порой кажется, что тема вакцинации просто неисчерпаема. Каждый год в преддверии сезона простудных заболеваний и ОРВИ разгораются настоящие дебаты на тему пользы такого вмешательства для иммунной системы человека. У прививок много сторонников, но немало и тех, кто считает иммунизацию делом не только бесполезным, но даже вредным. Какого мнения придерживаться, безусловно, каждый должен выбирать самостоятельно. Но будет лучше, если свое решение человек примет, опираясь на консультацию врача-специалиста. Следует помнить о подготовке к ожидаемому периоду подъема уровня заболеваемости респираторными инфекциями. И, как известно, лучшая мера профилактики – это вакцинация против гриппа. Эффективность вакцинации доказала себя на практике, потому что по данным исследований, лабораторно подтвержденным, доказано, что эффективность составляет 78%. То есть на такое количество раз люди привитые против гриппа болеют реже, чем непривитые. Оптимальные сроки проведения вакцинации около полутора месяцев до начала подъема заболеваемости. А значит, подумать о сохранении своего здоровья и укреплении иммунитета с помощью прививки стоит уже в конце августа, начале сентября. К этому периоду во все поликлиники города поступят необходимые препараты. Определенным категориям граждан, в частности, из группы риска, такую стимуляцию иммунной системы проводят за счет средств бюджета. Остальные смогут привиться на платной основе. В организации здравоохранения города Бреста ожидается поступление вакцины, приобретенные за счет республиканского и местного бюджета для вакцинации определенных категорий граждан на бюджетной основе, то есть это лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники учреждения образования, школьники, вот, а также поступление вакцины для реализации возможности вакцинации граждан за счет собственных средств, а также вакцинации за счет средств предприятий и сотрудников. Получить всю необходимую информацию о стоимости и сроках вакцинации, а также ответы на волнующие вопросы можно во всех организациях здравоохранения области. И врачи настоятельно рекомендуют не тянуть до последнего, а позаботиться о своем зимнем иммунитете заранее.